барлығы қазақ өнерінің алтын қоры. Барлығы түрлі тәсілдермен, май бояулармен және акварельмен салынған. Жеке алып қарасаңда, тұтастай алып қарасаңда, бұл суреттердің әрқайсысы өзінің шынды тарихы бар. Туған елінің тарихы мен тағдырын суретші қалай қабылдаса, дәл солай айнаға тесіп түсірген. Ол қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби суретші, тума талант, қазақтың сүйікті перзенті Әбілхан Қастеев. Добрый день, уважаемые гости! 2024 жылы республикамызда Қазақстан халық суретшісі Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, қазақ бедерлі өнерінің негізін салушы, бедерлі өнерінің шыңы Әбілхан Қастеевтің 120 жылдық мерейтойы аталып өтпек. Сегодня мы представим не только творчество основоположника казахского изобразительного искусства Абылхана Қастеева, но и расскажем о нем как о человеке добром, отзывчивом и не только. Главными чертами его характера являлись удивительная гордость, целеустремленность, огромное трудолюбие и требовательность к себе. И все это позволило Абылхану Қастееву дойти до вершин художественного творчества, покорить их своим недюжинным талантом. Әбілхан Қастеевтің өмірі мен шығармашылық жолы оңай болған жоқ. Оның өмірі әйгілі тұлғалар шебері, өзгеше өнер иесі болу үшін үздіксіз күреске толы болды. Наверное, почти каждый человек вспоминает свое детство как самую счастливую пору в своей жизни. Но у будущего художника это были очень трудные годы, полные горечи, утрат и непосильного труда. Алматы облысы Панфилов ауданындағы Шешін ауылында дүниеге келген. Үш жасында әкеден айырылған оның отбасындағы үш бала мен жалғыз шеше кедейшілікте күн өтіп, барлық ауыртпалық ананың арқасына артылады. Әбілхан жалғыз шешеге жастайынан сүйеу болып, жұмысқа ерте араласады. Кез келген қара жұмысқа шегініп, 8 жасқа толғанда жалданып майдың қойын бағады. Целые дни и даже недели. Но ему никогда не было скучно наедине с самим собой. С ним были небо и бегущие облака, деревья, травы, цветы. Все его занимало. Он мог часами смотреть на причудливые формы камня или корень растений. Все ему казалось интересным, необычным. Маленький Абылхан научился делать поделки, вырезал разные деревянные фигурки, мастерил даже женские украшения. Маленького Абылхана поражали красоты природы, и все это повлияло на его ощущения, тонкие и глубокие. Можно с уверенностью сказать, что именно в это время внутри талантливого ребенка родился художник, хотя у него не было ни карандаша, ни кусочка бумаги. Ағаштан ойы-ойы бастайды. Алайда ислам шариғаты жолы оған тыйым салғандықтан Әбілхан Қастеев сүйіктісімен еркін айналыса алмады. Сондықтан ауылда оны айыптап, молда тіпті мешітке баруға тыйым салады. Бұл бүкіл отбасы үшін үлкен жаза болды. Десе де бірақ суретші қайсарлық танытып, сүйіктісін тастамады. Власть перешла к советам. Для таких молодых людей, как Абылхан Қастеев, жизнь которых была беспросветна и которым нечего было терять, эти перемены были благом, потому что дарили надежду. В
вместе с друзьями Кассиев отправляется на самую грандиозную стройку тех лет – Турксиб. Одноименная картина, которую он напишет, станет его визитной карточкой. Кассиев попал впервые в большой коллектив, который осуществлял большую выставляемую программу. Это тоже было очень необычно для него и вообще для Казахстана. Но просто это очень сильно изменило его мировоззрение, его взгляды на жизнь. И что очень хорошо, что он не бросал рисование и в процессе работы Турксиба, а Турксибе, что было замечено руководством стройки. И он получил поощрение этому своему стремлению. В этом плане Турксиб действительно стал очень важным веком для него. Как-то в свободное от работы время Абакан нарисовал на скале портрет Ленина. Рисунок понравился. Молодого художника взяли на заметку, решив, что такой талант нуждается в образовании и поддержке. Провели комиссию, тщательно проверили, не из байской ли он семьи. Даже запрос направили на родину. Ответ успокоил. Абакан Кассиев рожден в семье бедняка. В Алматы Кассиев учится в мастерской у известного художника-иконописца Николая Гавриловича Хлутова. В те годы он приехал в Казахстан и очень гордился тем, что учит живописи первого казахского художника. Суретчинин айгили автопортреты онын сол жылдардагы бейнесин жаңыртады. Ол жас кезінде күш қуаты мен зор талантын тиімді пайдалану жолын іздейді. В 1934 году Кассиев принял участие в конкурсе на создание портрета Абая Кунанбайлы. Как известно, есть две прижизненные фотографии Абая в преклонном возрасте, но Абылхан Кассиев осмелился рисовать поэта-юношу, соответственно, энергетике его лирических стихов. И вот одно из таких стихотворений, написанных Абай от лица влюбленного юноши, он сам Абай переложил на музыку. До сих пор песня «Козымын Карасы» одна из самых любимых в народе. Сегодня эту песню мы услышим в исполнении лауреата республиканских конкурсов имени Мукана Тулебаева Гульнар Пирковой «Козымын Карасы». Казахтан, да, Алмасым.
работы художника заметили. И он получил направление на учебу в Москву. 3 года Костеев занимался в изо-студии, посещал музеи, выставки, изучал творчество больших мастеров. Жазды демалысын туған жерінде өткізген Әбілхан 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарындағы ауылдастарының қалқастастыру кезеңін өмірін жазады. Ол туындыларда еңбек ету қуанышы мен туған табиғатының сұлулығын жеткізеді. Это работы как парк, внимание на экран, доение кобылиц, на колхозном жаляу, колхозная молочная ферма, уборка хлопка и колхозный той. Ну и, конечно, многие другие, которые мы вам сейчас пока еще не показываем. В 1937 году Костеев возвращается в Алмату и вступает в члены Союза художников СССР. В это время он создает тематические картины из жизни казахского народа, передающие национальный дух, характер и традиции. К таким картинам можно отнести «Купленная невеста» и «Насильственный увоз девушки». 1947 жылы Алматыда шығармашылық қызметтің 15 жылдығына арналған суретшінің алғашқы жеке көрмесі өтеді. Әбілхан Костеев қазақ кісірінің еңбек сіңірген өнер қайраткері атағы берілді. 1944 жылы республика өнерін дамытуда үлкен еңбек сіңірген ол қазақ кісірінің халық суретшісі атағын алды. Творческое наследие художника составляет около 1500 работ. Большая часть из них – акварели и пейзажи. Все они такие разные и такие живые. В его работах мы видим не только прекрасные горы и степи Казахстана, они тесно связаны с жизнью и трудом человека. Художник искренне считал, что природная панорама одна, кажется скучной. Лучше всего о пейзажах Костеева говорит музыка. Халық әртістері ағайында Абдулиндер атындағы өнер училищесінің оқытушылары Ахметова Нұрбану мен Сандырова Кәмшаттың орындауында Нұрғиса Тілендиевтің күйі ата толғауы.
Пять лет назад в нашем музее появилась акварель Абылхана Костеева «Озеро Иссык-Куль». Внимание на экран. Это невероятная удача. Обычные акварельные краски на белой бумаге создают эффект громадного и глубокого пространства. Работа художника вдохновила архитекторов, которые впоследствии построили здесь дом отдыха. Қазақстан тарихшылары үшін өнеркәсіптік ландшафтың ерекше құндылығы бар. Оның картиналарында біз тек сол кезеңдегі техникаларды, экскаваторлар мен отты айдаған паровоздарды ғана емес, сонымен бірге осының бәрін алғаш рет көрген дала халқының шынайы таңдан көреміз. Особая часть творческого наследия Абылхана Костеева – портреты современников. В его картинах мы видим лица передовиков производства, чабанов, колхозников, охотников, молодежь того времени, акынов, аксакалов и даже первых представителей советской знати в широких пиджаках и шляпах. Суретшінің өзі көрмеген тарихи тұлғаларды бейнелеу тәсілі өте ерекше. Портреттегі жанды бейнені салу үшін жұмыс барысында ол әрқашан өз кейіпкерінің туған жеріне баруға тырысты. Суретшінің талантының арқасында Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Жамбыл Жабаев, Амангелді Иманов және қазақ халқының ұлт азаттық қозғалысының көшбасшысы атақты Кенесарының қандай болғанын зерделей аламыз. Работая над знаменитым портретом одного из лидеров революционного движения Амангельды Иманова, Костеев отправился на родину героя в Тургайскую область. Он опросил практически все селение, знают ли они Амангельды. Художник собирал портрет Иманова буквально по крупицам. Сделав несколько портретов, он запускал по одному сейчас узнать, насколько верно сходство. Одна из его родственников, увидев портрет, расплакалась. Так была создана одна из лучших работ мастера. Еще труднее было художнику создать образ человека, жившего несколько веков назад. Только настоящий художник способен видеть сквозь время. Заслуга Костеева в том, что он воочию показал нам, как мог выглядеть батыр 16-17 века. Атақ таңты мен мәртебесіне қарамастан, Абылхан Костеев өте қарапайым болды. Ол әрқашан өз халқының бір бөлігі болып қала берді. Ол қалыпты өмір сүрді және басқалар сияқты қарапайым жеңді. Оның жұмыс күні таң атқанда басталып, түнде аяқталады. Қастейіп қалықты болып, қанша жерден құрметке бөленіп, қошеметке кенелсе де, ауылдан шыққан қарапайым қалпын бұзбай. Ол тек ортасына адал, ақжарқын қалпымен қызмет етті. 1955-1959 жылдары Қазақстан жоғарғы кеңесіне депутат болып сайланғанда да, ол өзінің азаматтық болмысынан қашырмады. Аймақтардың мәселесін шешіп, мектеп, балабақша салу ісіне белсене араласты. Ешқашан алдына арыз айта келген жанның бетін қайтарған емес. Танымалдық пен халықтың сүйіспеншілігі, биліктің оған деген пейілін өнердегі әріптестері көре алмай, Костеевтің зор абырой құрметке бөлінгеніне бөгет болғандар да болды. Залогом успеха этого художника, конечно же, была его семья, надежный тыл. У Абылхана Костеева и его супруги Сакыш выросли 6 сыновей, 3 дочерей. Позже они воспитали 11 внуков. Он очень любил своих детей и никогда их не наказывал. Единственное, что он мог сделать, когда сыновья проказничают, в трубочку свернет газету, замахнется и все. Доверять людям и нетребовательность в быту у Костеева были поистине потрясающими. Он лишний раз старался не привлекать к себе внимания
Несмотря на то, что Гостеев стал уже народным художником, у него никогда не было даже мастерской, да и свой собственный дом он получил в 1958 году. До этого многодетная семья житилась по углам. Кейін жарқылай аштықпен өткен балалықша. И представитель казахской интеллигенции. Известный композитор Нургиса Кендир, танцовщица Шарджина Кулова, Искендир Каншпаев и многие другие. Знаменитые костейские чаепития за самоваром в беседке были не просто отдыхом. Здесь говорили о искусстве, дискутировали, обсуждали последние достижения культуры, мечтали о будущем. Сколько помню, я сам дверь не закрываешь, но сколько было декад, например, казахстанских, там и монголы приезжали, и венгры приезжали, и обязательно сюда их привозили. Обязательно привозили, ну, мастерскую показывали, показывали, как мы живем здесь, все делегации, это помимо того, что на правительственном уровне. А там и все родственники у нас жили, потом постоянно приходили, и студенты, журналисты, которые, может быть, земляки, вообще художники все приходили. Всегда Булганская лапша, Захир Аманов, по-моему, всегда были, прям просто ждали. Мне казалось, что у нас весь аул был, все художники, союз художников приходили, и студенты, и все, и делегация нужна была очень много. Сегодня это дом-музей, где собраны любимые вещи Абылхана Костеева. Все то, чем он пользовался в повседневной жизни, они простые и изящные, как и хозяин. А у мастерской мастера все так же, как было и при нем. Мольберты, краски, кисти. Правда, Костеев никогда не работал сидя, только стоя. Разворачивал мольберт к свету и творил. Мог начать ранним утром и закончить поздней ночью, прерываясь на что-то на то, чтобы поесть и послушать радио. Кстати, все вещи, которые он использовал для работы, были изготовлены им собственноручно. Больше всего он любил творить на природе. Взяв кисти и мольберт, он уединялся где-нибудь в живописном месте и уходил в свой мир, полный ярких красок, удивительный и настоящий мир Абылхана Костеева. Кейін жарқылай аштықпен өткен балалықша, таулы шығармашылық өмірі мен тұздық қоғамдық жұмыстар оңай болған жоқ. Абылхан Костеев бірнеше рет жүрек талмасын алған. 1973 жылы өмірден озып, артында ауқымды шығармашылық мұра қалдырды. Оның басым бөлігі 1984 жылы оның есімі берілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік өнер музейінің қорында. 2004 жылы 100 жылдық мерейтойына орай Абылхан Костеевтің есімі ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдегі атап өтілетін атаулы мейрамдар тізіміне енгізілді. Благодаря Абылхану Костееву мир впервые увидел природу, историю и традиции Казахстана. Для нас ценно то, что Костеев всегда был патриотом своей страны. Любые жизненные трудности он преодолевал с неизменным оптимизмом. Поэтому его картины до сих пор излучают свет.
тіл байлығын дамытса, би дегендерінің түзі болуы, ал музыка ескі қабілетін жетілдіреді. Ал көркем сурет өнері ше, кескіндеме өнері бізді сыр мен сымбатқа толы тұңғиыққа жетілдейді. Суретшінің әрбір картинасы оның тұла бойына тұрған сырдың соны келбеті. Ол сыр көрген жанның бірде көңілін көрсе, енді бірде жабырқатып, түрді ойларға жетілдейді. Әбілхан Қастеевтің талантынан туған туындыға оның туған еліне деген өлшемсіз тартуы. Осы өшпес мұрасыз біздің мәдениетімізде кескіндеме өнерін елестету мүмкін емес. Иә, сөйлеу өнерінде қаншама таланттар дүниеге келіп жұлдызы жарқырап жатса да, Қастеевтің есімі қазақ кескіндеме өнерінде әрқашан бірінші болып қалмақ. Өйткені ол қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби қылқалам шебері. Что дарует искусство – это продолжение жизни художника в памяти поколений, а особо талантливым и гениальным – вечность. И закончить этот творческий вечер нам хочется музыкой, песней о родной земле, которую так любил поистине народный художник Абылхан Қастеев. Толкоман Сарин сөзіне жазылған Гүлмира Саринаның әні «Шығысым шырайы» орындайтын Қалық әртістері ағайында Абдуриндер атындағы өнер училищесінің оқытушыларынан құралған квартет. Thank you.
многое, ребята. Мы очень благодарны сегодня преподавателям училища искусств имени народных артистов братьев Абдулиных, что они откликнулись на наше предложение, на нашу просьбу, пришли к нам, нашли время и украсили наше мероприятие своим талантом. Спасибо еще раз, огромное вам. Спасибо за ваше прекрасное исполнение. Мы благодарим вас и всегда ждем. Спасибо. Шығармашылық кешіміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Спасибо всем, кто был сегодня с нами и почтил память этого замечательного художника. Спасибо, ребята, вам. Всего доброго, до новых встреч. Восточно-Казахстанский музей всегда открыт для вас. Раз.